взрослых, для всех спорт, он создает нам характер, да? Он делает нас сильнее и делает нас целеустремленными. И благодаря этому мы достигаем побед не только в спорте, но и в жизни. И поэтому открытие клуба – это благое дело. Основная еще наша цель, задача именно для подростков, чтобы эти подростки занимались, воспитать, как Сергей говорил, дух, боевой дух. Это спорт, это воспитание, то есть это основа, фундамент. И поэтому наша цель на этом не останавливается – открыть еще большие залы, ставить основную точку именно на таких залах, чтобы такие залы у нас больше было, именно спортивного характера, боевого характера. С этого зала будут выходить только чемпионы. Чемпионы России, чемпионы мира.